Всем привет! Сегодня я расскажу, как я делал ручную самодельную тележку из школьного стула. Вот, как бы отсюда. Да, отсюда. Это школьный стул. И было профиль этот, что сидел ровно, он был отрезан. Дальше были взяты колеса от детского велика трехколесный, это задние, вместе с осью. Этот мне уже по счету третья тележка. Предыдущие были из дюралюминия, они были сделаны из коляски. Вот ручка от коляски осталась, я ее вбил внутрь. Ну, этот уже прочный, из профиля. Ну и вот, и было приварено ось и колесо. Здесь все на шплинте. Эти колеса мне уже служат третий год. Недавно у меня лопнула втулка из-за большой нагрузки. И колесо было, как бы оторвало его полностью. И я вырезал болгаркой кружки, дырку, гайку по центру. И на 3 вольтика все прокрутил. И как бы год уже держит. Точнее, одна сторона. Одну сторону так сделал, потом вторая сторона. Но уже один год они держат. Потом, как при мешка, что-то на группе нагрузки дров, мешка вставления, как бы зашли к колесу и задевало, и колесо не крутилось. И приварил я планку 2,5 миллиметра. Здесь уже все зависит от колеса. Ну и вот размер ее составляет 14-15 сантиметров. Также и с той стороны она была, она приварена. Потом я приваривал арматуру шестерку. Здесь 35,5 сантиметров. Для большей устойчивости, крепости я приварил трубу. Вот так. Размер ее 39 сантиметров. Варил я по 2 штуки. Больше я его делал для перевозки дров. Здесь я тоже приваривал 2, потом одну так. Арматуру я приварил с размером 35 сантиметров. Потом я выгнал арматуру на 10 с размером 20 сантиметров и приварил опять же 2 арматуры. И, как я говорил, от коляски советской я вбил ручку. Не прикручивал ничего, она и так отлично держится. И здесь я арматуру на 12, выгнал ее в тисках, приварил опять же арматуру на 10, и здесь опять еще и 2 выгнал. Если его делать как бы транспортированно, ну, в машину или что-то ему ставить, его можно, это не так уж и сложно сделать. Здесь его можно отрезать, бить втулку, одну приварить, а если сделать дырочку, также со той стороны. И его можно снимать, когда надо, всунул, прикрутил болтик и все дела. Как же и здесь, а здесь надо будет приваривать кусочек втулку, она будет влезать. Ну вот и весь образ моей тележки. И уже как бы, ей уже около 4 месяцев. Вот я с ней перетаскал все дрова. Здесь более 10 квадратметров. Никаких проблем с ней не было, кроме колеса. Она у меня колеса, кстати, они уже слабенькие. Буду здесь ставить бескамерные. Вот только я выточу втулку.
Но следующее видео с колесами новыми, я его буквально через 3-4 дня вам покажу.